В вас немыслимая сила Творца, к которой вы можете прикасаться осознанно, создавая нужные события и разворачивая реальность в нужном вам направлении. И сегодня вы будете видеть этот мир как вибрирующую материю, постоянно трансформирующуюся, и с каждым днем вы все яснее будете осознавать свою силу и право влиять на реальность. И вы заметите, что с каждым днем все аккуратнее и правильнее обращаетесь с мощнейшим инструментом творения – с мыслями. Каждая мысль – это сгусток информации, трансформирующий реальность и определяющий ваше завтра. Каждая мысль – это зерно, попадающее в плодородную почву реальности, которая, не задавая ни единого вопроса, трансформирует ваши мысли в реальность. Как и земля позволяет семени прорасти, вне зависимости от того, сорняк это или прекрасный цветок.